Ну, здесь Сенников он обыграл очень легко. Я думаю, до известной причины, до известной степени причины, то, что еще Сенников не разогрелся, потому что от него уйти очень тяжело, а замена была пожарная. Ну и подстраховочка запаздывает. Видите, какие зазоры, да, и поэтому легко, конечно, на встречном уж последнего, третьего проходил Юрий и забил слева, имея вагон времени для того, чтобы прицелиться. Он бросил лево подстраховку, пойду-ка его. Ушел. И Кочеш запоздал, а Башев уже запаздывал серьезно. Вот еще установил контроль над мячом и...